Всем привет! Сегодня будем готовить хворост. Для этого нам потребуется яйца, растительное масло, мука, соль и сахарная пудра. В большую емкость вливаем яйца. Добавляем соль, муку. Все перемешиваем и постепенно добавляем муку. И вымешиваем крутое тесто. Вот такое крутое тесто должно у вас получиться, не прилипает к рукам. Накрываем салфеткой и оставляем на 20-30 минут. Прошло полчаса. Нарезаем тесто и тонко раскатываем. Нарезаем прямоугольники. В центре делаем разрез. Один кончик вставляем в разрез и выворачиваем. Вот в таком виде получается. В разогретое масло опускаем хворост. Он очень быстро готовится, поэтому его переворачиваем и сразу же достаем. Сверху посыпаем сахарной пудрой. Хворост готов. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты. Пока-пока!